США. В двадцатку самых дорогих снимков в мире вошла фотография обычной картошки. Ее продали за $1 000 000. Немытый клубень запечатлен на черном фоне в мягком освещении. Шедевр, названный «Картофелина 345», был приобретен неизвестным ценителем прекрасного еще в прошлом году. Цену, впрочем, во многом объясняет имя автора. Кевин Абаш, один из самых востребованных у бизнесменов и звезд фотохудожник, которого еще называют фотографом Кремниевой долины. В его студии сообщили, что мастер, что называется, оторвал фотографию от сердца. Картошку он снимать любит и фотографирует часто, но именно этот снимок был его любимый.